Всем привет, с вами Мисс Шепард. Мы продолжаем проходить новеллу под названием «Врата Штейна 0». И у нас как-то странным образом началась глава. Мы играем за Маха. Я не знаю, так должно быть или нет. Я не знаю, что тут правильно происходит. Но уже как есть. Раздался небольшой взрыв, и комнату затянуло дымом. Окно, открой окно! Оки-доки! Маха ползком выбралась из комнаты разработки в гостиную. Итару бросился открывать окно, и она услышала крик мужчины, который, вероятно, был владельцем здания. Эй, Хашида, что это был за звук? Ты что, террорист, копам сдам? Извините, микроволновка взорвалась. Итару высунулся в окно и извинился перед мужчиной снизу. Разговор у окна занял некоторое время, но владелец в конце концов успокоился. Да, это и правда меня напугало. Сказал Итару, вытирая со лба пот, его одежда и лицо были покрыты сажей. Напугало? Да еще бы! Маха выглядела не лучше, у нее обгорели кончики волос, а с таким трудом раздобытый белый лабораторный халат стал угольным черным. Объясни, что произошло, откуда весь этот дым? От микроволновки, наверное. Я подобрал ее на помойке. Видимо, ее где-то замкнул. Где подобрал? Да ты... Мы работаем над одним из величайших изобретений, достойным быть увековеченным в истории человечества. А ты детали с помойки собираешь? Почему? Ну почему? Покупать микроволновку дорого. Поверить не могу. Можешь использовать мою кредитку, просто сделай с этим что-нибудь. У Маха было не так много денег, но сейчас было не время экономить. Это очень поможет. Маха вытерла полотенце, покрытый потом и сажей лоб. Белоснежное полотенце мгновенно стало черным. Я так больше не могу. Я включу кондиционер. Нельзя. Если использовать мобильную волновку, название временно, модель 02 и кондиционер одновременно, выбьет пробки. И я уже говорил, что поскольку цены на электричество просто возмутительны, ты не можешь пользоваться им больше часа в день. Да что это вообще за условия? Труда такие. И курицу смогла сделать машину для прыжков во времени в таких условиях? Одна мысль об этом вызывала еще большее уважение к Макису курису. Понятно. Но раз у меня все волосы в саже, я хочу хотя бы принять душ. Давай. Если ты только подумаешь о том, чтобы подглядывать, я немедленно сообщу слухи, честное слово. Я никогда бы не сделал этого. Внезапно прошептал Итару в ответ на слова Маха. Его плечи опустились. И вообще, мне сейчас трудновато выносить шуточки такого рода. Но Маха не шутила, она была абсолютно серьезна. Мне так плохо, что я даже в Ораге перестал играть. Когда Маха переехала в Японию, она услышала от Судзуки, что Итару здорово облажался на свидании. Итару впрямь вел себя тише обычного. Майори даже сказала, что Дару не играет в Ораге. Можно назвать предвестником грядущего бедствия. Но поскольку ей было не досуг разбираться с его негативной аурой, она просто прошла мимо и направилась в душ, избегая ответа.
Душевая была довольно чистой, поскольку ей часто пользовалась Сузуха. Там стоял целый вид ряд мыла и шампуней, и Сузуха сказала, что Маха может пользоваться всем, с чем придется ей по душе. Вот ведь на дворе Танабата, почему я должна проводить этот день вся в саже? Сегодня была Танабата. На самом деле Маха втайне ждала этот день. Поскольку она большую часть жизни провела в Америке, ее интересовали традиционные летние японские праздники. Особенно ее занимала известная история Арихиме и Хикабоши, наравне с обычаем записывать желание и прицеплять его к бамбуковому листу. Так, Хикабоши – это человек из легенды о Танабате. В Японии Алтаир – ярчайшая звезда созвездия Орла, известен под названием «Летняя звезда Хикабоши». Звезду Вегу Арихиме и Алтаир разделяет Млечный Путь. И легенда гласит, что только на Танабату они могут пересечь его и встретиться друг с другом. Эта легенда первоначально появилась в Китае. А Арихиме – девушка из легенды о Танабате. Звезда Вега из созвездия Лиры известна как звезда Арихиме. Она была дочерью небесного императора и получила имя Арихиме – текущая принцесса. Благодаря своему ткацкому мастерству она замужем за Хикабоши. Так вот, что это означает. Блин, короче, в конце аниме «Врата Штейна 0» было обращение того, что Маюри называет Арихиме. Но из-за того, что я всех этих легенд не знаю и прочего, я понятия не имела, почему тут такие были обращения. А ну вон чё. Она замужем за Хикабоши Нацухихо. Небесный император повелел, что им разрешено встречаться лишь раз в году, в день 7 июля по старому японскому календарю. В англоязычной художественной литературе звезда нередко носит поэтическое название. The Earth Light of the Sky. Небесная дуга Arc Light. Блин, прикольно. И раз уже она приехала, ей хотелось тоже написать желание. Ей было неловко поднимать эту тему самой, так как все это казалось ей слишком детским. Но Майори Фейрис и остальные девушки, кажется, тоже увлекались этим. И Маха надеялась, что они ее пригласят. Именно поэтому проводить этот жаркий полдень в лабе вдвоем с Итару, да еще перепачкавшись сажей, было особенно неприятно. Такими мыслями она смывала с себя грязь, как вдруг. Маха, Маха! Она услышала, как Итару зовет ее снаружи. Что? Неужели ты в самом деле решил подглядывать? Только попробуй приоткрыть эту дверь. Я закричу! Сейчас не время демонстрировать свои мои черты. Со мной только что связалась Маюши. А Карен может прийти сюда. Чего, Акабе? Как только Маха услышала это, ее мысли пустились в галоп. Она услышала, что Акабе уже почти не бывает в лабе. На самом деле, с тех пор, как он привез ее сюда в первый день, он больше не появлялся. Поэтому она и чувствовала себя спокойно, входя и выходя из лабы. Я спрятал мобильную волновку, но ты, главное, не выдай ему, что мы тут чем мы занимаемся. Да-да, знаю. Стой, но ведь меня здесь даже быть не должно. Мне нужно вернуться в особняк Фейрис и спрятаться. Зачем? Может, потому что я вообще не должна быть в Окинаве? Верно, так она и объяснила Акабе свой приезд в Японию. Если он узнает, что она разрабатывает мобильную волновку вместе с Итару, могут начаться неприятности. Понятно. Ладно, выходи быстрее. Я не могу, пока ты там стоишь. А, и правда. Убедившись, что Итару ушел, она быстро смыла мыльную пену с тела.
Она еще не помыла свои волосы, но да и не беда. Она вытерлась полотенцем и только собралась выйти из душевой, как услышала, что открылась входная дверь. Йо, Дару. Уже пришел? Она быстро закрыла дверь в душевую. Но затем осознание того, что она голая, шокировало ее. Ее одежда лежала кучей по ту сторону двери. Она не сможет забрать ее и при этом не привлечь внимания Акабы. Поэтому ее единственным выбором оставалось спрятаться и в таком виде ждать, пока он уйдет. Но это действительно изматывающе действует на нервы. Простите. Так вышло. Йо, Дару. Дару поприветствовал меня, когда я зашел внутрь. Кажется, он был слегка взволнован. А, Карен, нечасто приходишь в лабу в одиночку. Внутри почему-то пахло горелым. Кто-то наверняка мылся, потому что к запаху Гарри примешивался аромат мыла. Но очевидно, что Дару душем не пользовался. Его лицо и одежда были покрыты сажей. Я подумал, что в душ ходила Сузуха, но свет душевой был выключен. Ты чего делал? Чувак, да ты весь черный от сажи. Я недавно подобрал микроволновку с мусорки. Ну и когда разогревал себе готовый хавчик из магазина, она бабахнула. Бабахнула? Ты это в порядке? Мистер Браун разозлился. Не зли его лишний раз. Когда-нибудь он может просто вышвырнуть тебя. Если это случится, ты-то ладно, а вот Сузухи деваться некуда. Ладно. Но ты-то зачем пришел? Маюш сегодня здесь нет. С тобой поговорить. Хорошие новости. Но я отказываюсь. Но я еще ничего не сказал. Что-то не припоминаю, чтобы Акарин хоть раз приносил мне хорошие новости, когда хотел поговорить со мной. Да просто послушай. Вчера вечером я ужинал с профессором Лескином, и мы говорили об обучении за границей. Опять это? Я поддерживал контакт с профессором Лескиным. Конечно, профессор знал, что Маха в Японии. Вчера он показывал мне ее фотографии с Окинавы. Маха стоял на берегу с отрешенным выражением лица, наверное, фотографировал родственник или друг. Я налаживал отношения с профессором по вполне определенной причине. Мы часто обсуждали обучение за границей в университете Виктора Кондрия. Конечно, мне как минимум нужно окончить мой нынешний университет и сдать вступительные экзамены в университете Виктора Кондрия. Так вот, я ему о тебе говорил, и он заинтересован. Во мне? В универе Виктора Кондрия есть отделение под названием Институт информатики. Там, кажется, собрались лучшие хакеры со всего мира. Не подумал тоже навострить туда лыжи с твоими-то навыками? Я и раньше приглашал Дару в Америку со мной, но он-то не очень-то и вдохновлялся идеей. Он говорил, что что-то в стиле «Не могу представить себе жизнь вне священных мест Атаку» или «Не могу жить там, где нельзя достать эроге и фигурки». В общем, одни отмазки. Но я же суперхакер, так что попасть туда я бы смог, но... Почему бы тебе просто не встретиться с ним? Вы же знакомы. Я сейчас занят. Уж один-то день найдешь? Пока Комима не пройдет, без шансов. Да она же больше, чем через месяц. Я и говорил, пока никак. Ну и ну. И правда, сплошные отмазки. Тебе настолько не хочется? Я вздохнул и сел на диван. В этой комнате летом всегда стояла адская жара.
Несмотря на распахнутые настежь окна и вентилятор, гоняющий воздух на полной скорости, я все равно потел. И не было даже намека на то, что это прекратится. Хоть здесь и был кондиционер, он, по всей видимости, был выключен. Даро, есть доктор Пеппер? Не знаю, может, Маюша хранит немного в холодильнике? Я поднялся и заглянул в холодильник в углу комнаты. Там была обычная кола, минералка и спортивные напитки. Но ни одного доктора Пеппера. В морозилке, как всегда, лежала гора сочной курочки номер один. Это Маюре. Она действительно ее тоннами покупает. Стоп, да ее еще больше стало. Может, она берет и для Сузухи? Возьму спортивный напиток. Только не тот, из которого уже отпила Сузуха. Я взял непочатый спортивный напиток и промочил в горло. Внезапно мой взгляд упал на полку для сладостей. Там вместо с быстрорастворимой лапшой и закусками лежало 5 связок бананов. Должно быть, и их Маюре принесла. Но все же, вся эта курица, а теперь бананы, она стала больше есть? Она всегда говорила, что не набирает вес, сколько бы она ни ела, но... Если она купила за раз столько бананов, они почернеют и задрябнут раньше, чем она сможет с ними управиться. Вот же Маюре, зачем ей столько бананов? А, это не Маюша купила, это я. Даро внезапно смешался. Я повернулся к нему, и он отвел взгляд. Что-то было не так, и это не давало мне покоя. Он что-то скрывает? И зачем тебе столько бананов? Когда ты начал любить бананы? Ну я... Это все Сузуха. Она сказала мне есть их каждый день. Мол, полезная диета. Да, и правда. Была такая популярная диета. Как-то раз приключился довольно глупый случай. Какая-то знаменитость по ТВ сказала, что сильно схуднула на банановой диете. И на следующий день бананы были сметены с полок магазинов. Даже мой отец со своим магазинчиком Акаба пытался влезть в это дело. Но слегка опоздал, и огромное количество бананов, которые он купил, просто провалялось на полках, пока не сгнило. Было дело. Но не покупай так много раз. За раз. Они уже коричневеют. Ну да ладно, все равно есть хочется, возьму один. Я взял банан и снял кожуру. Ну ладно, просто задумайся об этом, хорошо? Хорошо. Я доел банан в 3 укуса и решил выбросить кожуру в мусорку для сгораемых откотов. И тут я заметил кое-что странное. В мусорной корзине было полно бананов. Просто невероятное количество. Извиняюсь. Больше половины было забито бананами. И не только шкурками. Некоторые были неочищенные, полусгнившие, а из-за летней жары еще и пованивали. Я вспомнил, когда мусорная корзина имела аналогичный вид. Мы снова делаем гель-бананы. Да, это было больше года назад, когда я жил здесь и каждый день проводил эти эксперименты. И тут содержимое холодильника снова пронеслось перед глазами. И это необычно огромное число упаковок с сочной курочкой. Не может быть. Не волнуюсь об этом. Отбросах я засунул руку в мусорку и стал рыться там. Ты чего, Акарин? Даро был встревожен моим поведением, но я его проигнорировал. Ощущения меня не обманули. Под остатками бананов я увидел гору пустых коробок от сочной курочки. И неважно, насколько Маюре ее любит, неважно, насколько Даро проглот, никто в здравом уме не будет добровольно съедать такое количество замороженной курицы каждый день. Я порылся на дне мусорки и обнаружил кое-что, чего находить не хотел. Эй, Даро.
Что? Бананы и замороженная жареная курица. Навевает воспоминания? Ага. Уже, наверное, с год прошел. Мы любили такие эксперименты. Довольно много продуктов переводилось на то, чтобы Маюри злилась на нас. Говорила не портить еду. И правда. Так что нам приходилось съедать бананы, которые мы разогревали в микроволновке. Они были ужасны на вкус. Но вот эти мы съесть никогда не могли. И в самом деле, никогда не мог съесть то, что сейчас достал из мусорки. Это была... зеленая липкая субстанция. Густая отвратительная жидкость, словно раздавленные внутренности больших жуков собрали в кучу. Слизь капала с моих пальцев и забрызгивала пол. Когда-то это был банан. Мы называли это гель-бананом. Черт. Дару прижал руки к голове, признавая поражение. Но, как я и ожидал, он сразу собрался с мыслями. Ну ладно. Не думал, что ты узнаешь так быстро. Я надеялся, что смогу скрывать это подольше. Вообще-то, если задуматься, я должен был сказать тебе раньше. Потому что мне нужна твоя помощь. Дару бросил мне полотенце. Очевидно, он уже его использовал, поскольку оно было в саже. Но я все равно решил вытереть с рук гель-банан. Дару вошел в комнату разработки и начал сдвигать коробки и пылезащитные чехлы. Вот, это модель No 2. И вот на столе появилось ужасное изобретение. Гаджет будущего номер 8, который я создал, улучшил и в конце концов разобрал около года назад. Ты снова собрал ее? Я не уверен, может быть, было бы лучше называть ее версия 2.0. Меня не волнует ее название. Серьезно? Поверить не могу, что слышу такое от Акарина. Каждый раз, создавая новый гаджет будущего, мы организовывали встречу за круглым столом и устраивали большую шумиху, выбирая название. Темное прошлое. Вот как. Даро окинул исполненным тепла взглядом гаджеты будущего, пылящиеся на полках в комнате разработки. Да что за отношение? Он что, считал эти кошмарные дни частью своих счастливых воспоминаний в юности? Я хотел сказать ему прекратить надо мной издеваться, но сдержался. Ты что, забыл, о чем я тебе говорил? Эта штука опасна. У нас не должно ее быть. Но мне же нужно в будущем сделать машину времени. И я думаю, изучить эту штуку и есть первый шаг. Даро! Я наконец сорвался и закричал на него. Я говорил тебе снова и снова, и снова и снова. Разве не так? Что случилось из-за нее? Через что мне пришлось пройти из-за нее? Майюри погибла, потому что мы сделали эту штуку. Из-за этой штуки пришлось пожертвовать курицу. Твоя дочь отправилась в прошлое и наложила на себя руки из-за этой штуки. Если ты забыл, мне что, снова напомнить тебе? Ты что, дурак? Такой глупец, что не поймешь, пока не испытываешь это сам? Это ты здесь глупец, Акаба Ринтаре. Внезапно я услышал исполненный гнева женский голос сзади себя. Я оглянулся и увидел волком смотрящую на меня Хияджи Маха. Чего? Хияджи? Легальные лоли — это вин.
Почему ты так одета? Стой, что ты тут вообще делаешь? Ну, это так вышло. Я не выдержала. Не пялься на меня, засужу. Да ты же сама так вышла. Подожди, я оденусь. Маха быстро пошла к душевой и минутой позже вернулась одетой. Простите, заставила подождать. Неужели ты сидела там с тех пор, как я пришел? Да, при чем тут вообще я? Ты подделала свои фотографии, которые отсылала профессору Лескину? Я полностью купился на фото Маха, стоящей на пляже. Да и профессор, думаю, тоже. Но кажется, нас обоих провели. Качество было настолько превосходным, что здесь чувствовалась рука Дару. Так цели твоего визита в Японию и не было посещения Окинавы? Да, не было. Я приехал сюда ради этой машины, с бессмысленным названием, как там, мобил-волновка. Название временное. Я ж тебе объяснял, что все случилось из-за димейлов. Собираетесь снова это повторить? Неверно. Что неверно? Если ты отправишь димейл, его подхватит эшелон, и мировая линия сместится с бета на альфу. Эшелон – развитая система мониторинга коммуникации, находящаяся по утверждениям специалистов в области теории заговора под контролем правительства США. Говорят, что система управляется американским агентством национальной безопасности АНБ, но правительство США никогда официально не признавало ее существование, а никаких иных доказательств до сих пор не обнаружено. Список стран-участниц предположительно включает Америку, Англию, Канаду, Австралию и Новую Зеландию. Франция в этом списке не упоминается. Япония является в данной ситуации третьей стороной, получающей информацию в обмен на размещение в стране приемной станции эшелона. Ходят слухи, что клетка слона, огромное антенное поле, расположенное на авиабазе Мисава и Аэмори, в действительности является частью эшелона. Предположительно, оно перехватывает сообщения в широком диапазоне от военного до сотового трафика, каждый из которых отслеживается и записывается. И тогда Маюри снова погибнет. И я снова и снова не смогу ей помочь. Она будет умирать в вечность. И тут в моей голове возникла чудовищная мысль. И я посмотрел Маха в глаза. Не может быть. Из всех людей именно ты. Ты собираешься. Я доверял Маха всем сердцем. Поверить не могу, что она способна на это. Однако в присутствии этой ужасающей машины я просто не мог мыслить здраво. Флешбэк настигнет меня с минуты на минуту. В голове мелькали картинки смерти Курисы и Маюри. Я произнес слова, которые никогда не должен был говорить. Ты же не пытаешься вернуть мировую линию Альфа, правда? Ты же не пытаешься вернуть мир, где Курису жива, а Маюри мертва. Что? Ты сволочь! А дальше был сильный удар по моей щеке и громкий звук в ушах. В следующий миг я валялся на земле. Я не сразу понял, что произошло. Левая половина моего лица полыхала. Меня ударили. Ударил Дару. Впервые вижу такое за 5 лет моего знакомства с ним. Извинись! А ну извинись перед Маха! Немедленно! Стоп, стоп! Прекрати, Хашида! Я даже представить себе не могу, как сильно ты страдаешь, Окарин! Так что я не проявляю к тебе ложного сочувствия и не собираюсь в будущем. Но ведь ты просто сидишь и надеешься на это.
Маха, Сузуха, даже Маюши, ты хоть понимаешь, как много они для тебя делают? Все, хватит, прекрати! Маха обхватила торс Дару в отчаянной попытке его удержать. Отпусти, я знаю, что он не поймет, пока я не двину ему еще разок. Да остановись! Того, что ты сделал, достаточно, просто успокойся. На этот раз Маха решительно положила руку на плечо Дару. Я займусь объяснениями, а ты пока лучше сходи умойся. Бегом. Когда Маха указала ему на душевую, Дару наконец-то начал приходить в себя. Хорошо. Он выглядел немного подавленно, опуская кулак. Обычно он ненавидел серьезную атмосферу, поэтому в такого рода ситуации отпускал свои шуточки извращенного джентльмена. Однако сейчас он без всяких шуток исчез за занавеской в душевую. Мгновением позже я услышал плеск воды. Боже. Маха смотрел на меня сверху вниз. Сам виноват, нести такую околесицу. Ты права. Извини меня. На самом деле, так я не думал. Я знаю. Ты не такой. Ну, можешь встать. Ухватившись за протянутую ей руку, я медленно встал. Получив неожиданный полновесный удар в голову, я не удивился, что она еще слегка кружилась. Было мощно. Когда обычно спокойный человек в конце концов разозлится, он становится очень сильным. Верно. Да и вдобавок он разозлился из-за кого-то другого, а не за себя. Я думаю, это прекрасно. Я чуточку поменяла мнение о нем. Взгляд Маха несколько потеплел, когда она обратила в его сторону душевой. Только чуточку? Да, ведь он вечно травит про меня всякие соленые шуточки. Может, он в тебя влюбился. Дети постоянно так делают, дразнят тех, кого любят. А он же в душе еще ребенок. Да ты прикалываешься. Хочешь, чтобы Сузуха была моей дочерью? Да, это было бы плохо. Я было слегка усмехнулся, но немедленно сдержал улыбку и повернулся к Маха. Разница в росте была такая, что я смотрел на нее сверху вниз. С моей субъективной точки зрения, этот мир существует лишь благодаря выбору Курису. Из-за Курису Маюри может жить в безопасности и быть счастливой. Я должен защитить это. Ты ученый и намного умнее меня. Ты можешь понять законы этого мира, так? Да. Маха спокойно кивнула. Можешь называть их богом, если хочешь. Глупо людям бороться с богом. Но я все равно пытался десятки раз, сотни, и каждый раз безуспешно. Все было зря. Бог не прощает человеческого высокомерия. Да. Маха смотрела в окно, словно думая о своей родине и предках. Бог довольно популярная личность и на моей родине, и среди людей Окинавы. Я узнала об этих великолепных верованиях от моих родителей и бабушек с дедушками. Хоть я и посвятила жизнь науке, я бы не стала тягаться с Богом. Но тогда... Маха слегка покачала головой и кинула на меня пронзительный взгляд. Но тот Бог, о котором ты мне говоришь, совершенно другой. Ее слова были резкие, категоричные, решительные. Законы Вселенной
Это всего лишь математические уравнения, описывающие, как работает мир. Непонятно почему в это надо вмешивать Бога, и почему решение не может быть найдено. Я собирался возразить, но Маха ушла в комнату разработки раньше, чем я успел раскрыть рот. Ничего не поделаешь, я пошел за ней. Я хорошо осведомлена о взаимосвязи между Эшелоном и Димейлами и о том, насколько это опасно. Не переживай, функциональность Димейлов пока запечатана. Я не сделаю ничего из того, о чем ты переживаешь. Я не позволю этому случиться. Я не дам нам вернуться на мировую линию Альфа. Конечно, Хашида и я работаем над способом избежать опасности Димейлов и Эшелона. Но до того, как мы начнем тратить на это ресурсы, нужно сделать кое-что еще. В моем случае, кое-что личное. Маха похлопала по крышке мобила волновки, название временное, модель 02. Сейчас мы изучаем, как работает технология прыжков во времени, которая, по твоим словам, изобрела Курису. Так значит, это может только осуществлять прыжки во времени? Все именно так. Она была права. Я смотрел не на мобильную волновку название временное, а на машину для прыжков во времени. Я заметил, что они воспроизвели все те уникальные улучшения, которые Курису проделал над мобильной волновкой название временное. Самым очевидным изменением было подключенный к микроволновке компьютер с монитором. А к компьютеру были подключены наушники и многожильный электронный кабель. На этой мировой линии только я знал детали работы машины для прыжков во времени, и я не рассказывал о них Дару или Маха. Другими словами, Маха смогла сделать то же самое, что и Курису, имея всего пару маленьких подсказок. Честно говоря, это очень печалит. Печалит? Чем больше я исследую, тем больше понимаю, что никогда не смогу стать Курису. Преобразователь данной памяти в цифровой вид и переправить на телефон с помощью нисходящих поисковых сигналов — это я не могу. Это я могу. Но я все еще не могу преодолеть главное препятствие, хотя Курису смогла. Сжатие данных, верно? Маха кивнула. Как сжать все эти терабайты данных? Я просто не могу преодолеть эту загадку. Курису тоже дольше всего провозилась именно с этим. Но в конце концов, с помощью Дару она смогла. Курису что-нибудь об этом говорила? Маха, казалось, была несколько разочарована, спрашивая меня. Спросить готовое решение, оставив попытки найти ее самой, означало признать свое поражение. Может, она не могла вынести даже мысли об этом. Но все же она посчитала создание машины времени более важным. Однако, я не собирался вот так просто выдать ей решение. Ты пообещала мне кое-что в нашем последнем разговоре, верно? Что ты никогда не попытаешься спасти Макиса Курису с помощью машины времени. Верно. Все еще собираешься его сдержать? Если нет, то я не могу тебе помочь. Довольно долго Маха не отвечала. Но даже не вглядываясь в ее лицо, я мог сказать, что ее чувства словно разрывают сердце изнутри. Конечно же, я сдержу то обещание, что дала тебе. После долгого молчания она дала свой ответ, и я не смог удержать смех. Ты просто ужасный лжец. Если ты будешь делать такое лицо, то раскусить тебя – плевое дело. Вот и сказки конец.
Я молча вышел из комнаты разработки. Я взглянул на душевую. Я все еще мог слышать оттуда звук текущей воды. Дару, кажется, заканчивать не собирался. Эй, Дару! Я был дураком. Прости, пожалуйста. Я попытался обратиться к нему, но ответа не было. Может, он и не слышал меня. Кажется, для нас обоих будет лучше, если я извинюсь завтра. Я вернусь завтра. Сказав это, я направился к выходу. Акабе. Маха шла за мной. Она двигалась настолько быстро, что я чуть не врезалась в меня. Веришь ли ты, что врата Штейна существуют? Веришь ли, что существует другая мировая линия в том узком пересечении, где Маюри выживает, но Курису не должна умирать? Если хочешь знать, как все закончилось, тогда я пытался достичь ее. Спроси у Сузухи. В конце концов, я не смог справиться с судьбой. Врата Штейна всего лишь глупая бредятина. Ты действительно уверен в том, что говоришь? Ты ведь не доказал, что ее нет, не так ли? Это же просто дьявольское доказательство, так? Такое никто не может доказать. Первое его применение приписывается некому юристу из средневековой Европы во время процесса о правах собственности. В качестве гипотетическая ситуация, но используется и в других контекстах, таких как закон или политика. Во время дискуссии о нарушении правил, к примеру, если бы кто-то спросил у вас доказательства, что дьявол существует, вы могли бы, в свою очередь, потребовать доказать, что дьявол не существует. Затем, когда он не сумел бы представить доказательства, вы могли бы сказать, поскольку вы не сможете представить доказательства, что дьявол не существует, он должен существовать. Разумеется, это просто ничего не доказывающая софистика. Но поскольку может завести прения в бесконечный цикл, бремя доказательства возлагается на того, кто первым высказывает утверждение. Ты прав. Не было установлено, существует врата Штейна или нет. Но ты опустил руки после первой же неудачи. Маха до скрипа стиснула зубы. Невероятно. Что? После этих ее слов я с трудом сохранил над собой контроль, едва не схватив ее за плечи. Но я справился с собой хоть и ценой немалых усилий. Я же раньше говорил тебе. Я пытался много раз, много десятков раз, много сотен раз до этого. А ты помнишь мой ответ? Это не из-за вмешательства Бога. Мировые линии, машины времени, врата Штейна. Все это лишь часть уравнений, по которым работает мир. Ты не справился много раз, много десятков раз, много сотен раз. Ну и что с того? Да, такое сплошь и рядом в мире науки. Если у тебя не выходит, то пробуй тысячу раз, миллионы раз, миллиард раз. И тогда ты определенно найдешь спрятанный там ответ. Ты ничего не знаешь. Ты не испытала этого на собственной шкуре. И только поэтому можешь говорить такие безответственные вещи. Нет, я испытывала такое достаточно раз, чтобы ненавидеть все это. Неудачи, раздражение, сожаление и боль. Все из-за гиения по имени Макисы Курису. Гиения. Гиения, господи. Гиения. Уравнения нет чувств. Верно, но эти уравнения в итоге решают люди. Мы с Маха стояли лицом к лицу достаточно близко, чтобы могли поцеловаться. Взгляд Маха обжигал. По какой-то причине я не мог выдержать ее взгляда. Я отвел глаза.
Не говоря ни слова, я развернулся, чтобы открыть дверь и уйти. Но она остановила меня, ухватив за край рубашки. Я удивился. Хочешь что-то еще? Я обернулся и спросил ее недовольным голосом. На лице Маха мгновение назад током яростным теперь играла грустная улыбка. Она так отличалась, что я на секунду подумал, что сменил мировую линию. Наклонившись ко мне, Маха прошептала. Ты тоже ужасный лжец. Лжец? А я-то когда солгал? Я прижал руки к лицу, пытаясь понять, что она имеет в виду. Но это, конечно же, не дало мне ни малейшего понятия о том, что за эмоции отразились у меня на лице. Так что я просто стоял в смятении. Что за ложь? Я ведь не лгал. Хашида мне кое-что рассказал. Он сказал, что год назад при тебе даже тему машины времени поднять было нельзя. А врата Штейна тем более. Ты даже слов этих слышать не хотел. О чем ты? Но теперь все изменилось. У тебя такой же взгляд, какой постоянно был у меня. Я проиграла Курису на контрольном эксперименте. Я проиграла ей в публикации статьи. Я проиграла ей в славе. Я так отчаялась, что была готова сдаться. Но я все равно каждый раз смотрела на себя в зеркало и кричала. Маха показала на свое сердце указательным пальцем. Ты сдашься, когда перестанешь стараться. И тогда ты уже никогда не победишь. Теперь она указала на левую часть моей груди. У тебя такое же лицо, какое было и у меня. И в самой глубине своего сердца ты все еще готов взять верх и отомстить. Отомстить вратам Штейна за то, что они сделали из тебя такого жалкого человека. Разве мой дух еще не сломлен? Нет, это неправда. Правда, ты поистине такой же, как и я. Словно смотрю свое собственное отражение. Ты упрямый, и если что-то сказал, уже не отпустишь. Не отступишь, даже если ты знаешь, что не прав. Дуешься, как ребенок, и отказываешься признать правду. Чем злишь окружающих и даже заставляешь их волноваться. Знаешь, если ты не скажешь что-нибудь вроде «Да ты не такая», мне будет немного обидно. Но поэтому-то я и понимаю. И ты, и я в итоге обязательно крепко встанем на ноги. Верно же, Акаба Рентара? Я повторю еще раз, все законы этого мира просто уравнения, и их решение обязательно существует. И я их обязательно найду. Никакой бог не вмешается. Это просто ключ к решению математической формулы. И я найду эту узкую дорожку к мировой линии, где Майюри не умирает, а Курису еще жива. Выпалив все это одним залпом, Маха немного запыхалась. И все-таки для такого маленького тела у нее огромное количество жизненных сил. Ее слова и сам ее вид потрясли меня до глубины души. Ну, что будешь делать? Это же твоя лаба, верно? Она не может работать вечно в отсутствии ее создателя. И в этот момент на мой смартфон пришло сообщение в Райан.
Беда, что мне делать? Майюри, она только что пробежала мимо меня. Вся в слезах. Никогда не видел ее такой несчастной. Майюри плакала. Я понял, что случилось что-то плохое. Увидев выражение моего лица, Маха тоже взглянула на экран смартфона. В слезах? Что случилось? Не знаю. Я просто встретил ее и поздоровался. А она была в слезах. Я очень удивился и спросил, в чем дело. Она была сильно расстроена. Она сказала, что из-за нее Курису умерла, и поэтому ты так страдаешь. Она сказала, что лучше бы сама умерла вместо нее и убежала. Я побежал за ней, но скоро потерял из виду. Что мне делать, Акабе? Что мне делать? Почему? Я взглянул на Маха. Не может быть. Она услышала. Кстати, внезапно Даро, вышедший из душевой, встал позади меня. Это же Маюши сказала мне, что ты идешь в лабу. И она сказала, что тоже идет. Значит, если принять в расчет время, это вполне возможно. О нет. Было такое чувство, будто земля уходит из-под ног. Майюри и эта мировая линия существовали только из-за жертвы Курису. И Майюри никогда не должна была об этом узнать. Конечно же, я, Даро, Сузуха, Феррис, Маха, все, кто знал правду, держали ее при себе. Надо найти ее. Надо найти Майюри. Сейчас я не могу оставить ее одну. Черт! Я выбежал из лабы. Все еще жарко. Так, ладно. Так, ну что ж. Все немного не так, как мне рассказали. И тут более чем не 3 часа. В общем, то, что были повторы, неизвестно с чем связаны. Возможно, это моя ошибка в какой-то последовательности. Возможно, я что-то загрузила не так. Возможно, это вследствие того, что концовка Майюри у меня оказалась последней. Но уже в каком виде она у меня есть, таком уже есть. А возможно, было бы, не было бы разницы, если бы я сначала Майюри сделала, потом Блэскина, и все эти события, которые повторяются, я бы все равно их увидела. Я не знаю закономерность вот этих повторений, которые произошли, но в данном случае их сейчас нет, мы их преодолели, и поэтому тут уже нужно признать ошибки, если это все-таки ошибки. Я так и не поняла, что это было. Ну, а с вами была Мисс Шепард. Встретимся в следующей серии. Всем пока!